Еще буквально 100 лет назад этой профессии не существовало. А в современном мире без нее просто не обойтись. 3 июля страна чествует работников госавтоинспекции. Государственную автомобильную инспекцию учредили еще в далеком 1936-м. С каждым годом все больше и больше россиян с коней обычных пересаживались на коней железных. И работу инспекторов только прибавлялось. Сейчас ГАИ – это мобильная и технически оснащенная служба, которая не только следит за порядком на дорогах. В ее состав входят подразделения технического надзора, розыска автотранспортных средств, пропаганды безопасности дорожного движения и другие. А самое многочисленное подразделение – дорожно-патрульная служба. 3 июля у нас исполняется 77 лет образования госавтоинспекции Российской Федерации. Работа в этой системе, как мы помним, она перестраивалась неоднократно. Но сегодня сотрудники госавтоинспекции несут службу. Также хочется отметить и личный состав, который несет сегодня службу на дороге. Хочется отметить личный состав, который выполняет сегодня государственные услуги, выдавая водительское удостоверение и регистрируя автомашины. Поздравляю с праздником, желаю успехов нашей нелегкой работе, служить и защищать, честь и достоинство любого, наверное, полицейского. Всех благ вам. Кстати, автомобилистам расслабляться не стоит. Праздничное настроение и парадная форма не повлияют на бдительность инспекторов. Ольга Пырочкина, Андрей Спиридонов, Республика. Кстати, автомобилистам расслабляться не стоит. Праздничное настроение и парадная форма не повлияют на бдительность инспекторов.